Я хочу поздравить вас всех. Вы отлично поработали. Я же говорил, немного чистки, немного краски, и дом станет как новый. Вы были правы. Тут грязно, я знаю, но я хочу их подбодрить. Красиво? Да, я уверен, что мистеру Тейлору понравится. Что, кривые стены? Подвал затоплен, крыша течет. Кто придумал украшать эту развалину? Конечно. Я убедил их, что мы должны показать новому домовладельцу, что он не напрасно потратил деньги, не только купив этот дом, но и порадовав себя. Ты его видел? Конечно. Я встретился с ним в прачечной, которой он владеет. Наряду еще с 27 прачечными. Я положил вещи в автомат и ждал. Мы разговорились, и он показался мне очень разумным. Сегодня он встречается с мистером Поттером для заключения сделки. Деньги, Деннис. Вся сумма. Поттер будет рад. С тех пор, как ты сюда въехал, он не потратил на ремонт ни цента. Я очень признателен своему работодателю. Ползай дальше, червяком и останешься. Весь район трущобы. Отмыть одно здание — то же самое, что бросить целое яблоко в ящик с гнилыми. Все великие путешествия начинались с маленьких шагов. Тебя научила этому бабушка, да? Если ты думаешь, что с Тейлором все изменится, тебя ждет разочарование. Мистер Тейлор, рад вас видеть. Бен, как дела? Отлично, спасибо. Хотите зайти внутрь? Это мой друг, детектив Веккио. 66-я Тиберт, 72-я Ривьера. Ривьера Минт была. Я попал в пару аварий. Разваливается от старости. С вами нужно держать ухо востро. Приятный парень. Едете вверх? Я думал, это рухлядь. Повежливее о чужих домах. Я его починил. Отлично. Простите, не больше трех человек. Третий этаж. Поздравьте меня, констебль. Я сделал отличное вложение. Примите мои поздравления. Спасибо, Деннис. И это. Спасибо. Наверное, это ошибка. Нет. Мистер Тейлор нанял меня смотрителем. Я всегда делаю правильный выбор. Он хочет поднять плату? Да, до $1000 в месяц с жильца. Что? Он ведь не может это сделать. Нет, если у тебя есть прописка. Но ты ведь ее получил? Это понимать как нет? Строго на юг. Добро пожаловать в Чикаго. В фильме снимались Пол Гросс, Дэвид Марсиано, Вью Стар, Дэниел Кэш, Тони Крейг, Кэтрин Брюэр и другие. I told him not.
Я убедил их не платить. Это нечестно. И если даже законно, то неэтично. Так куда ты поедешь? Мы не выезжаем, мы будем бороться за свои права. А я бы хотел защитить свои. Пузыри. Если красить очень быстро, будут пузыри. Значит, мы имеем дело с тем, кто хотел лишь произвести впечатление, или с тем, кто любит пузыри. Ладно. За два пузыря я сделаю скидку. Ты должен работать лучше. Они не могут себе этого позволить. Так съезжайте. Нет, мы не съедем. Ты можешь сделать эту машину как новенькую. Это невозможно, она разваливается. Это я виноват. Нет, ты лишь помог отмыть эту грязную дыру. Можно было жить в грязи. Каждый имеет право идти к начальству. До тех пор, пока платит ренту. Что это? Что за банка? Откуда тут консервная банка? Это насос. Из этого такой же насос, как из меня женщина. Боже. Боже. Что тут? Да погляди-ка. Что теперь скажешь? Ладно, я сброшу 500, но не больше. Ладно, об окончательной цене. Сколько стоит остов? Остов? Он добротный, хорошая работа. Если не разглядывать вплотную, даже не поймешь, что деталей в два раза меньше, чем должно быть. Ну, Эл, что еще ты можешь сказать перед тем, как мы тебя арестуем? Он твой кузен, дважды вычеркнутый. Все ездишь на той же развалине. Энж. Не буду мешать, просто прохожу мимо. Эл, не забудь залить масло. Обязательно. До встречи. Может, ты привык к своей машине? Это моя знакомая. Ясно. И это не твое дело. Понял? Городской совет? Ты спятил? Он обязан защищать права горожан. Фрейзер, сколько из мутантов, живущих в твоем доме, ходит на выборы? Городской совет обязан защищать всех своих граждан, голосуют они или нет. Это называется социальный контракт. Может, в Канаде и ценят каждого эскимоса, а в Америке, кто не голосует, годится лишь на собачий корм. Простите? Чего вам? У нас жалоба. Нет. Так что у вас? Несправедливость. Несправедливость прямо по коридору. Если хочешь, можешь зарегистрировать обсуждение. Правда? Да, тут как раз этим и занимаются. Я не помешаю? Конечно, помешаешь, как все. Я не участвую в выборах. Для обсуждения ограничений нет. Иди туда. Ясно? Идем. Идем. Я бы хотел... Нет. Я со всем уважением желаю... Нет. Хочу сказать от своего имени. Домовладелец хочет незаконно выселить целое здание необеспеченных людей. Заполните и отнесите в 232-ю комнату. Доллар за регистрацию. Большое спасибо. Well, it's
Все не так плохо, как кажется. Вы добились понижения ренты? Нет. Смены смотрителя? Нет, увы. Чего-нибудь? Нет, но я думаю, что пришло время заявить о своих правах. Мы не можем нанять адвоката, слишком дорого. Это вы нас втянули. Пропустите, пропустите. Я знаю, но мне кажется... Спасибо. Это для вас. Ну, что там? Опять подняли ренту? Нет. Нас уведомляют, что срок выплат прошел, и наше проживание в этом доме является незаконным. Что это значит? Что нас выселяют. Она тебе не поможет. Она известная журналистка, а они нищие. В прошлый раз помогла. Она считала тебя психом. Собаки в ее предпочтение не входят. Все любят собак. Все, еще не Маккензи Кинг. Я подожду. Не жди. Ты вернешься через 30 секунд. Жди. Я думал, это пробная поездка. Потерпи, приятель. Пончики, Уоррен. Не турки, не китайские, датчане. Обычные свежие панчики. Маккензи, нам сообщили из Кореи, что будут очень благодарны за статьи по экономическому уровню разных национальностей. Уоррен, когда-нибудь моя статья о пончиках принесет тебе славу. А вот и тот, кто знает об этом не понаслышке. Фрейзер, ты знаешь, как выглядят пончики? Да, я их обожаю. Диффенбейкер. Простите, мистер Кнут. Он очень невоспитанный. Шутите? Я бы предпочел работать с ним. Мисс Кинг. Вы бы согласились со мной поужинать? Обидней, как забудьте. Подожди, подожди. Я плачу тебе за ужины с канадцами? Нет, я плачу за то, чтобы ты сидела за столом, отвечала на звонки и писала статьи. Я понятно объяснил? Подождите минутку. Да. Я готова. Отлично. Спасибо. Мы не уйдем. Мы не уйдем. Мы не уйдем. И за это мне дадут пулитцеровскую премию? Орел, Харди и остальные? Это небольшая группа, но очень полезная. Жалкая. Да, но в хорошем смысле. Хотите пончик? Где остальные? Люди собирают свои вещи. А остальных я привела сюда. Спасибо. Мистер Тейлор, я пытался вас найти. Констебль, рад вас видеть. Это необходимо? Да. Видимо, произошло недоразумение. Поднялась плата за жилье, а теперь пришло уведомление о выселении. Мы этого не ожидали. Размер ренты не определен законом. Нет, но и они получили положенное по закону уведомление о повышении платы за 5 дней. Да. Разве бизнесменам запрещено получать прибыль со своих вложений? Вы лишаете этих людей жилья. Ведь вы же говорили, что хотите улучшить свой район. На прошлой неделе я купил 4 дома в вашем квартале. 2 уже выселены. 2 скоро выселены. Вместо них будет кондоминиум. Ваш район станет одним из лучших в Чикаго. Вы хотите снести целый квартал? 6 кварталов. А жителей? Жилье получит каждый, кто сможет его оплатить. Но они не могут. Я знаю. Как вы думаете, кто бросает мусор у вас в подъезде? Мисс Кинг?
Как дела в газете? Мне не прислали отчет по состоянию моих акций. Кажется, вы голосовали за бесплатную доставку пончиков. И с радостью. Не сомневаюсь. Джон Тейлор? Можно звонить Уоррену, он меня уволил. Думаете, у нас мало шансов? Видите это здание? Оно не по карману даже Дональду Трампу. Вы против него? Один? Кажется, я понял. Подождите. Вы в детстве часто смотрели фильмы? Иногда. «Прекрасную жизнь» видели? 23 раза. Это был любимый фильм нашего священника. Теперь я поняла, чем опасны фильмы. Они переворачивают умы молодежи и заставляют их верить в такие вещи, как смелость и возможность переделать мир. Может, вас и священника это удивит, но это не фильм. В настоящей жизни все решают деньги, банковские счета и политики. А тот, кто с ними не согласен, в конце концов оказывается на улице. Вы меня слушаете? Честно говоря, нет. Вы на меня плохо влияете, Бенто. Не улыбайтесь. В чем дело? Вы уже не митингуете? Деннис, вы знаете сказку о трех медведях? Три медведя? Ушли на пикет и не заперли дом. А кто-то пришел и вырубил у них электричество, отопление, воду и сменил замки. Златовласка? Это сравнение. Становится холодно. Кому сейчас нужна Златовласка или медведи? Смотри, не хулигань. Здравствуйте, мистер Фрейзер. Какие времена испытывают людей? Томас Пейн. Он написал книгу «Права людей». Спокойной ночи. Прекрати, пожалуйста. Ты северный волк. Ты совсем разнежился.
Это мое. Мне не важно, кто вы. Вы не можете приходить и ломать мои вещи. Спасибо. А теперь попрошу вас и вашего друга покинуть эту квартиру. Это невозможно. Вы здесь живете? Да. За эту квартиру кто-то забыл заплатить ренту. Диффенбейкер. Джек, убери это. Ты пугаешь наших соседей. Кажется, ты забыл это. Еще увидимся, сосед. Раштон, Херрера и Голдман. Никто из них не связан с Тейлором и не является досрочно освобожденным. А как же мебель Клайна? Он отказался ее вынести. Смотритель им разрешил. Это жестоко, но законно. И полиция ничего не может сделать. Я могу вызвать их на допрос и сделать Тейлору предупреждение. Но рано или поздно все равно он вас выживет. Твоя знакомая. She's also my ex. Да, и еще моя бывшая жена. What? Ну что? Ничего. Почему ты поехал со мной? Ты предложил меня подвезти. Правда? Правда, я передумал. Что ж. Что ты делаешь? Закрой дверь, закрой дверь. Как раз вовремя, нужно ваше вмешательство. Мне не справиться. Менять замки запрещено. Это сказано в договоре. Это запрещено. Никто ничего не меняет. В ваших квартирах крысы. Надо провести обработку. Вы сами их туда запустили, я видела. Нет, все законно. Мистер Тейлор сказал, что все законно. Мистер Тейлор лжет. Они пришли ко мне в квартиру и сказали, что мы испортили водопровод. Это неправда. Все перестало работать, когда появились они. А у меня они разбили окно и сказали, что это я сама. Что вы делаете? Не надо! Хорошо. Снимаю. Эти снимки появятся на первой полосе. Помогите! Сделайте что-нибудь! Они перерезали кабель! Вызовите пожарных! Успокойтесь! Разойдитесь. Хорошо. Идите сюда. Все хорошо, не бойся. Все в порядке. Вылезайте. Дайте руку, вылезайте.
Простите, простите. Фрейзер! Я говорил с Тейлором, он утверждает, что никогда не видел ни Раштана, ни других. Говорит, что их привел смотритель. Деннис глуп, но не настолько. Тейлор тоже не думает, что он платит им чеками. Мистер Мустафи, все позади, они не вернутся. Сегодня да, а завтра? Я должен сидеть и ждать, пока меня убьют? Если вы уйдете, то потеряете жилье. Вы должны бороться за свои права. Вот и боритесь. А я не такой, как вы. Что-то можно исправить, а что-то лучше не пытаться. Спасибо, что согласились меня принять, мистер Поттер. Что вы хотели? Да. Моих соседей, ваших бывших клиентов, выгоняют из квартир. Мистер Тейлор с самого начала не был с нами честен. Это печально. Да, и он хочет снести здание. Снести целый квартал. И это вас радует. Вы поняли, что поступили правильно? Нет. Глупо. Вы видели победу. Люди поднимаются, сбрасывают тиранов. Но этим людям не нужен успех. Слишком большая ответственность. Подумайте. Если сказать им, что они умрут, они и смирятся. Но дайте им шанс. Предложите рискнуть тем, что у них есть, и они скорее умрут в канаве, чем воспользуются этим шансом. Не все. Нет. Некоторые бастуют, вроде вас. Я бы хотел выкупить дом у Тейлора. Выкупить? Да, сэр. И потерять деньги на адвокатов? Это глупо. Я неплохо заработал на той сделке. И со зданием тоже. Оно не стоит земли, на которой стоит. Если бы не появился покупатель, я бы снес его сам. Чтобы не платить налоги. Да, вы можете идти. Становится холодно. Да, я заметил. Убирайтесь. Рэй, тебе не кажется, что я слишком верю в людей? Ну, если судить по этому подъему на здание... Объясни. В доме пожар? Нет. Мы должны помочь кому-то слезть с крыши? Нет. Может быть, мы спасаем заложников? Насколько я знаю, нет. Значит, мы лезем... Я понял. Потому что я слишком верю в людей. Именно. И потому что городской совет закрыт из-за особого совещания. Это единственный шанс добиться успеха. Фрейзер! Фрейзер! Извини. Держись. Все в порядке? Да, нет проблем. Сюда включены основные вопросы сегодняшнего заседания. Мы открываем сезон открытых форумов. Пожалуйста, все, кто хочет записаться, встаньте в очередь у левой трибуны. Как вы сюда попали? Вошла через заднюю дверь. Я говорила с председателем. Она сказала, что шансов меньше.
У Тейлора законное право на дом, разрешение на снос и великолепная программа строительства жилья. Мне жаль. Простите? О, нет. Уверяю вас, это огромная угроза для мужчин, женщин и детей великого города Чикаго. Конечно, есть те, которые объедаются и швыряются кредитками. Но это процветающие горожане. Им не приходилось жить в трущобах рядом с зеленой смертью, которую мы называем травкой. Время вышло. Простите, по распорядку сейчас моя очередь. Ваша очередь? Да, моя. Он прав. Его очередь. А теперь наша. Ты его ударил? Неправда. Он без сознания. Просто отдыхает. Представьтесь советом. Бентон Фрейзер, канадская конная полиция. То есть, нет. Сейчас неофициально. То есть, да, я из конной полиции, но я здесь не по службе. В общем, это трудно объяснить. Вы сообщите, что у вас за проблема? Да, мисс. Мисс. Сэр. Сегодня один человек сказал мне, что люди скорее предпочтут умереть, чем рискнуть ради идеи. И мне трудно принять это утверждение. Вы пришли сюда, потому что... Я не знаю, куда мне еще пойти. Вы избранные законные представители, и если не доверять вашему суждению, то кому доверять? В чем именно ваша проблема? Моих соседей выгоняют из их квартир некий бизнесмен, Джон Тейлор. Планы мистера Тейлора зарегистрированы. Если вам нужны дополнительные объяснения, обратитесь в отдел консультаций. Я знаю о планах мистера Тейлора. Мой вопрос, почему вы их утвердили? Почему? Вы представляете кого-то, кроме себя? Что? Остальные жильцы, ваши соседи, где они? Они не здесь, они не смогли прийти. Значит, вы говорите только от своего имени. Остальных 50 жильцов, по нашим данным, вообще не существует. Уверяю вас, это абсолютно не так. Время? Простите. Время вышло. Спускайтесь. Простите, я не понял. У каждого выступающего одна минута. Если вы хотите сказать что-то еще, вам придется прийти завтра. Мы можем выслушать следующего? Простите, госпожа председатель. Переходим к вам. Но мой вопрос. У нас правила. Спускайтесь. Но я... Нет. Спускайтесь. Боюсь, я не могу. Вы тратите мою минуту. Нет, ваша минута такая скучная, что ее отменили. Констебль, я требую, чтобы вы покинули трибуну. Нет. Простите. При всем моем уважении, я отказываюсь уходить. Я требую, чтобы мне дали слово. Какой назойливый. Кошмар. Боже, псих, он нас не выпустил. Что? Он заговорит нас до смерти. Продержит до утра. Я член городского управления. У меня утром гольф. Ты напрасно теряешь время. Возможно. Единственное, что здесь можно получить, это ларингит. Возможно. Любишь права. Обожаю. Я пошел. Иди. Они передумают, как только увидят утренний выпуск. А группа с телевидения? И потерять сенсацию? А как насчет слушателей? Правильно. Идите вниз. Там обязательно кого-нибудь найдете. Моя бабушка и не догадывалась, какие последствия для меня будет иметь ее подарок. Я обиделся. А на следующий день я взял его и скормил проплывавшему мимо моржу. Надо сказать, он был доволен. О, боже. Хорошо, что он не начал с прапрадедушки. Кто-нибудь хочет заработать $50?
Ладно, 100. 100 каждому, кто лишь послушает, как один канадец рассказывает об американской революции, о которой. Какая разница? $100 наверху. Когда мне исполнилось 7 лет, я мечтал о машинке, но мне подарили книгу. В 8 я хотел медвежонка, Джонни, но мне 5 подарили книгу. В 9 я хотел рыбок, Гуппи, но опять получил в подарок книгу. А в 11 я понял, что у меня вообще нет игрушек. А в коробке для игрушек лежат какие-то непонятные мне книги. Кто-нибудь еще? Тут бесплатные деньги. $100 каждому, кто послушает рассказ канадца об американской истории. Спасибо. Наверх, в зал городского совета. Нет, я не пил. У тебя 10 минут, чтобы прислать сюда съемочную группу, или я позвоню в WPOB. Джек, ты знаешь, я всегда отвечаю за свои слова. Ладно. Привет. Мари, это Маккензи Кинг. У тебя 10 минут, чтобы прислать съемочную группу к зданию городского совета. Или я позвоню Джеку в WZMR. Нет, я не пила. Вы всегда раздаете деньги незнакомым людям. Не просто деньги. Юи Карибьера 72-го года, то есть то, что от нее осталось. Лучше бы вы оставили их себе. В то лето... В то лето бабушка повела меня плавать. Вода была очень холодной. Бабушка поплыла, прижимая меня к себе. В тот день я впервые увидел у нее шрамы на плечах и верхней части спины. Когда я спросил, откуда у нее эти шрамы, она просто сказала, что обгорела во время пожара. Потом отец рассказал мне, как это случилось. Когда моей бабушке было 19, возле деревни инуитов, где она учила детей, начался лесной пожар. Спастись можно было только в реке. В реке полной водоворотов. Но моя бабушка придумала как. Она повела детей в реку. Они держались за нее, а она цеплялась за корни деревьев. Жар был таким сильным, что у нее сгорели волосы, а на плечах и верхней части спины остались шрамы. Если бы она отплыла от берега, дети бы утонули, но она терпела. И они выжили. Бабушка говорила, что их спасла не река, их спасла идея. Чем тяжелее борьба, тем прекраснее будет победа. Мы легко расстаемся с тем, что легко дается. Ценность имеет лишь то, что ценим мы. Томас Пейн. Правильно! Правильно! Продолжайте! Продолжайте! Со временем я стал работать в библиотеке бабушки. Хотя должен признаться, молодец, брат! Покажи им! Говори дальше. Пусть знают. Продолжай. Вы нас заинтересовали. Пожалуйста, продолжайте. Рассказывайте. Вы никого не обманываете. Никто из этих людей не живет в моем доме. Откуда вы знаете? Вы что, познакомились с ними или запомнили их имена? У меня есть имена в списке. Поздравляю, а у меня есть съемочная группа, и то, что вы делаете, незаконно. Я все равно выиграю дело в суде.
Хорошо, что вы здесь. Дайте председателю список жильцов. Я не смог его найти. Что? Я просмотрел все бумаги. Я смог найти только это. Договор. Поттер дал мне его, когда назначил смотрителем. 10 лет без повышения платы. Осталось 4 года. По крайней мере, у вас будет крыша над головой. Детектив Векио, вы могли бы быть повежливее. У меня есть крыша над головой, как и у всех, кто живет в моем доме. Кажется, это сказал Джеронимо. Это моя земля, мой дом. Земля моего отца, которую я хочу вернуть. Никто не может снести дом без моего разрешения. Вы хороший человек, Деннис. Госпожа председатель, прошу внимания. По нашему делу появились новые доказательства в пользу жильцов. Деннис, вы уволены. Собирай свои вещи, Златовласка. Городской совет останавливает проект мистера Тейлора до рассмотрения дела. Предыдущие решения отменяются. Я верю, что даже один великий человек может помочь нам и вдохновить на великие дела. Теперь можно остановиться. Спасибо. Не могу поверить, вы снова меня в это втянули. Я сам удивляюсь. Но больше никогда. Понял. Хорошо. Что ж. Да. До свидания. Спасибо. До свидания. Счастливо. Вы мне должны. Сколько? Сколько? Сколько я вам должен? Пока, пока. Женщины удивительно нерациональны. Извини, я куплю тебе новую. Да, я знаю, что ты ее любил. Но некоторыми вещами можно пожертвовать. Неблагодарно. Мы узнали, что у вас в квартире погром. Вам нужно быть осторожнее с друзьями. Я понял. Заходите. Красьте, мойте. Что скажешь? Ты потратил все наши сбережения? Да. $5,000. Да. Ясно. Я купил ее для тебя. Рэй, это Бьюик Ривьера, машина твоей мечты, и ты купил ее для меня. Да. Разве у нас не одинаковые мечты? Ладно. Когда я смогу сесть за руль? Ты сможешь сесть за руль? Да. Когда? Ладно. Прямо сейчас. Хорошо. Нет, ну не сразу. Значит, не сейчас. Может быть, потом, когда-нибудь или никогда. Никогда, наверное. Давай сейчас не будем об этом говорить. Ну, поцелуй. Зачем? Потому что тебе понравилась машина. Не понравилась. Понравилась. И не мечтай.
Рэй. Yes, Эл. Да, Эл. Well. I'll give you $1,000. Я дам тебе $1,000. Рэй. Рэй. Это все, что у меня осталось. Соглашайся. Ладно. И вымой ее. Northern sky will carry you away. You know you have to leave here. You wish that you could stay. It's four directions on this map, but you're only going one way. Due south, that's the way I'm going. Due south.